сейчас мы с вами приближаемся к комплексу Star Dreams. Вот здесь у нас главный вход. Центра можно дойти пешком минут 15 медленным шагом. Вот, очень удобное расположение. Рядом остановка общественного транспорта. Меркурий, большой супермаркет. Вот он, главный вход. И заходишь на ресепшн. Здесь есть парковка. Вообще на территории комплекса тоже можно парковаться, и возле территории нету синей зоны, соответственно, тоже можно парковки, проблем нету, чего очень радует. Вот, вот он паркинг, и вот, вот он, вот на ресепшн. Мы сейчас зашли. Вот, вот здесь обычно мы встречаем гостей. Это ресепшн. На территории комплекса ресторан. Открытое помещение и, соответственно, тоже внутри. Вот. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Сейчас, правда, утро, очень рано. Поэтому тишина. Вот. А так здесь и завтракают, обедают и ужинают. Доступная цена. Наши гости с удовольствием, когда приезжают, им очень нравится кухня здесь. Вот такой ресторан на территории комплекса Star Dreams. Очень доступные цены и комфортно, хорошо. Вот она территория. На территории получается у нас два бассейна. Вот детская зона, взрослая зона. Вот. Дальше там есть детская площадка. До моря буквально 100 метров. Очень удобно по ступенькам вниз, вот тебе уже и море. Так, на территорию еще есть массажный кабинет. Это уже, конечно, платная услуга. Вот, очень все хвалят массажиста. Говорят, что делает очень хороший профессиональный массаж. Вот, причем хвалят и женщины, и мужчины. Значит, точно есть за что. Вот, вот массаж. Так, здесь получается указано, конечно, цены. Вот, сколько чего стоит. Вот мы сейчас поближе сейчас подойдем. Вот. Вот они цены. Вот. Телефон. Вот он такой красивый комплекс. Star Dreams. Находится в Святом Власе. Сейчас покажу на детскую площадку. Вот она, детская площадка на территории комплекса. Вот. Здесь как и детская, похоже, так и взрослая. Что здесь есть? Большой, что очень
Компактно они сделали, получается, и для взрослых, и для маленьких детей. Вот у Оленьки большая территория. Вот. Здесь опять есть подземный паркинг. Вот. Но, говорю, вокруг комплекса нету синей зоны. Поэтому еще раз говорю, что с паркингом здесь абсолютно нету никаких проблем. Вот сейчас мы еще посмотрим на площадку спортивную. Вот. Вот они, качельки для детей. Совсем похоже маленьких детей сделали качельки. Вот. Получается, когда входишь на территорию, там вот, которую я сказала, что есть два бассейна, детская зона и для взрослых, да. И на самой территории проходит дальше, так как территория довольно-таки просторная, еще есть один бассейн для взрослых. То есть получается в целом на территории три бассейна. Вот, получается в начале два и здесь еще один. Получается три бассейна. Так. Сейчас мы поближе подойдем. Вот она. Красота моря. Опять посмотрим на море. Вот оно море. Совсем рядом зона отдыха. Сейчас мы с вами пройдемся в сторону моря. Вот мы на территории. Спускаемся, получается, по ступенькам. Спускаемся вниз. И на территории комплекса везде чипы. То есть, получается, можно заходить, выходить только по чипам. Так как территория закрыта. И вот опять вот оно, море. По прямой, по хорошей дорожке, асфальтированной. Вот. Здесь, соответственно, опять есть обменники. Вот, все очень хорошо и здорово.